Поцелуй. Целуй крест. Ну. Целуй. Все, забрал себе его. А? Забрал себе его. Молодец. Води. Иноха, крестовину надо привязать. Трубы горячие. Очень. Потому что лето. При свете сидит. Меня в фрусе нет? А? Где? А кто? Место? А отец? Тоже он вроде тоже. Понимаешь, как вот отсюда каждый раз говорю, что я схватился, все. Вот ты мне говоришь, что проверь меня. Это взяло? Да не надо. Взял, не взял. Главное, нету. Надо придумать, чтобы оставался всегда здесь твой.
Ой, нельзя оставлять. А тебе там и не нужно, может быть. Сейчас можно без него начинать? И заряди, и потом... Он же идет, идет. Из Казахстана как звали эту? Валентина. Какая Валентина из Казахстана? Имя? Не из Фири. Рахиль. Заходим. Нарушила, ну, думаю, а то потом возьмешь руку. Детскую освободите. Выключайте свет. Все заходим сюда. Анечка, посмотри, там есть кто еще в детской? Аня, что там в детской? Заходите все. Хлеб для сухарей в черном мешочке. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь десны, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, просим Тебя благословить наше собрание. Прибудь с нами. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Дай нам все услышанное здесь принять истинную верою. Избавь нас от всякого лицемерия, невежества и ханжества. Тебе же славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 23 стихи. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Толкование. Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой хитрец и искал, как бы уловить Иисуса в словах. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поскольку и Христос обличил его именно таковым. Об этом читаем у Марка в 10 главе 17-21 стихе. Итак, человек сей был любостяжателен. К Иисусу приходит он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может, и всем случаем он руководился страстью к приобретению. Ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Итак, он думал, что Иисус укажет ему способ, по которому он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он, как бы упрекая себя за вопрос, Иисуса за ответ отошел.
ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатство на много лет. А когда он должен отказаться, от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни? Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, чтобы показать, что к нему не должно приходить, как просто к человеку, сказал: «Никто не благ, как только один Бог. Ты, говорит, назвал меня благим, к чему же еще прибавил, учитель? Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих. Если же так, что я не благ, ибо из людей, собственно, никто не благ, благ только один Бог. Поэтому, если хочешь называть меня благим, называй меня благим как Бога, а не приходи ко мне как просто к человеку. Если же ты считаешь меня одним из обыкновенных людей, то не называй меня благим, ибо один только Бог поистине благ, есть источник благости и начало самоблагостения. А мы, люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию его в благости, имеем доброту, смешанную и способную преклоняться на зло. Закон запрещает прежде то, что мы закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем, потому уже и то, что впадают немногие и нечасто, например, прелюбодейство, поскольку оно есть огонь с внешней и внутренней стороны, убийство, поскольку гнев есть великий зверь, а воровство менее важно. И во лжесвидетельство можно нечасто впадать. Поэтому первые преступления запрещаются прежде, так как мы легко впадаем в оные. Хотя в других отношениях они и более тяжкие. А сии, то есть воровство и лжесвидетельство, закон поставляет на втором месте, так как оные совершаются нечасто и менее важно. Вслед за сими преступлениями закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но нечасто случается, так как нечасто и немного, но редко и мало оказывается таких зверообразных людей, что решились оскорблять родителей. Если кто-нибудь останется, ты, значит, раб того. И раздай не родственникам богатым, а нищим. По моему мнению, и слово «раздай» выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и все прочие добродетели, поскольку Господь сказал «и следуй за мною», то есть и во всех прочих отношениях, будь моим учеником, всегда следуй за мной, а не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Небезызвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил оную, но одержим был сильной страстью сребролюбия. Однако ж, мне неуместно и предложена теперь мысль, что он желал вечной жизни, как человек любостяжательный. Евангелие от Луки, 18 глава, 24-30. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время,
и в век будущий жизни вечной. Толкование. Не сказал он, что богатым невозможно войти, но трудно, ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесные блага. Но сделать первое нелегко, потому что богатство связывает крепче клея. И потому, кем оно возобладало, трудно отказаться от него. Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно. Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно, то тем более невозможно спастись богатому. Что же нужно сказать? Прежде всего то, что богатому действительно невозможно спастись. Не говори мне, пожалуй, что такой-то, будучи богат, раздал, что у него было, и спасся. Ибо он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным. И спасся как домоправитель, но не как богатый. А иное дело домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домоправителю верено богатство для других. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, по крайней мере, сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя, не отказавшись от всего, нельзя спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись и в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключает в себе все средства человека к жизни, и что как ты надеялся на многое великое, так он этим немногим и малым надеялся поддержать свою жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий мало имеет больше к нему привязанность. Это видно на отцах. Имея одно дитя, они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывает больше. Так и бедный, имея один дом и одно поле, сильнее их любит, нежели ты многие. Господу нашему слава. Аминь. Аминь. Петр Кузьмич, на болящих, пожалуйста, еще раз. Поле, поле Ленина, вот политики на поле болеет, а так... Ну, все те же. Галя Загуляева болеет, поэтому Галя... остальных нету. Нет, Галя, Саша уехал, она просто болеет? Они не приехали. Они не болеют. Они не болеют. Они болеют? Они не болеют. У них нету машины. Они просто уехали, да. Саша сегодня приедет. Он отца должен привезти в больницу. Вот, ну, эти путешествующие Алексей, Наталья и Марина. Так, ну и уже слышали, вчера и сегодня отошла вечность сестра наша Анна, Анна Кузьминична. Сегодня в 11:30 на Носово. Посмотрите, братья, у кого есть дубль ГИС, где это, как туда добраться, желающие. Ленина после Матросова есть ворота к Носово. Между Матросовой и Северо-Западной. Напротив котельного завода. ДК «Сибэнергомаш». На Каменашке как раз улица уходит. Перпендикулярно Ленинскому. Там желательно. У нас 6 человек. Это, ну, точно уже поедут. Потому что просили просто сообщить. Там машину заказывают, обед заказывают. Чтобы кто поедет. Ну, мы хотели попросить, чтобы вот 6 человек нас как-то это довести. Кто-то еще что может там быть, поедет. Сядем на автобусы, чтобы... прямо выходим на за цветами, чтобы нам еще зайти. И там цветы купим. Немножко. Я уже узнала, там можно купить цветы вообще. Я могу троих взять. Хорошо, вот Леночка нас берет, и тогда Игорь. Сережа. Я по коридору, скажи, другой с 12 до часу. Да, может быть, еще кто-то приедет. Пожалуйста. Ну, братья и сестры, я хочу высказать такую мысль, которая родилась в ближайшие дни. В интернете, и не только в интернете, как оказалось, но и в нашей общине муссируется информация о том, что теперь уже на теле человека делается, не знаю, как там, каким образом это делается, штрих-код наводится на тело человека. И подошел, лбом стукнулся там в нужное место, и все, тебе уже больше ничего не нужно. Все с тебя уже там списали,
можешь идти дальше. К антихристу можешь идти, вот что смысл. Страх уже такой, что это уже печать антихриста. Понимаете? Вот нужно еще раз и еще. Да, естественно, это должно вызывать беспокойство. Это должно вызывать еще большее бдение в Слове Божьем над собой, над своей душой. Как стремиться нужно избавиться от грехов, поститься и молиться как больше, изучать Слово Божие, возвращаться к Нему вновь и вновь, идти проповедовать, чтобы еще обратить души, которые находятся во тьме неведения. Вот это нас должно подвигать, эта информация должна к этому нас подвигать. Но не к тому, что это уже все, это уже конец света, что это уже печать Антихриста. Это далеко не печать Антихриста. Мы уже неоднократно говорили, что перед этим должны еще прийти кто? Илья и Нов должны проповедовать. А перед ними еще сколько всего? Да, еще перед ними сколько всего будет еще. И у Бога, не помните о том, что у Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Апостол Павел говорил, что вот уже все, последние дни. А прошло уже с того времени сколько времени? Больше 2000 лет. Так что, да, это близко, это еще один шаг, это еще одна репетиция. Но ему важно нас вот ввести в заблуждение. Поэтому, да, помнить об этом нужно. Это должно наводить на нас беспокойство, что мы еще с большей ревностью должны думать о своей бессмертной душе и о бессмертных душах наших близких и далеких, которые все равно должны для нас быть близкими, потому что должны нести Слово Божие людям этим. Вот такой вот у меня такая информация о том, что да. Продолжение темы. Вот этот самый же вопрос мне написала, нашла меня это Таня Суханова, помните? Я не знаю ее фамилию. Надя. Таня Суханова, ее дочь старшая. Ну, она уже сейчас, ей тоже уже, наверное, я думаю, лет 40, да, примерно так же. Вот, у нее трое детей, вот она всем передает поклон, тоже спрашивала, печать ли это антихриста или нет, вот это собирают биометрические данные. Вот, у нее трое детей, муж Алексей, она просила за них молиться, она смотрит ролики, передает всем поклон, и при возможности, если будет в Барнауле, она хочет к нам прийти. Потому что верующий? Я не спрашивала. Но она... еще в дополнение. Она верующая. Ну, в дополнение еще скажу к этому, почему они так думают. Ну, это у меня от Романа, который был у нас такой малыш, помните? Виктор Андреевич. Если бы не он, я бы и не понял. Я был в этом, когда получал загранпаспорт. И там тебя сразу фотографируют. Ну, кто понимает, что немножко в электронике, хотя бы чуть-чуть вот тут шурупит. Там у них фотоаппарат сразу стоит, а сверху такое фокусирующее устройство, в общем. Потому что они фотографируют тебя на расстоянии. То есть он стоит вот так вот, как сейчас вот Володя с аппаратом стоит. Ты садишься даже ближе. Ты сидишь прям, они говорят, это, посмотрите, вот ты так смотришь, не двигайтесь. Все, я говорю, и она дальше пишет. Я говорю, сколько? Да все уже. А, ну все. И она тут же тебе выдает фотографию. Уже ставит на паспорт, все. И поэтому вот эта коробочка сверху, это устройство, которое позволяет сразу тебе сфокусировать. Тебе не надо белое полотно, тебя там фиксируют всего, как помните, раньше было. И все. А они, это вот Роман пишет, вот эта сверху коробочка, сверху вот такая на этом фотоаппарате, это и есть биометрическое устройство, которое тебе чип в этот момент через расстояние щелкает. И у тебя уже тут, ты не успел отглянуться, уже глаза, как вспышка. Раз, и ты уже зафиксированный грешник, к антихристу пошел. Поэтому, ну а кто понимает это, я прошел немножко по интернету, и там прям ребята есть объясняют вот это устройство, все, то есть можете выйти, посмотреть, объяснять. Там нет, нету еще такого, чтобы на расстоянии тебя чпокнули. Это... И еще хочу сказать, вот эти штрихи, они штрихи идут даже не подряд. Вот 666, что один штрих, такая основная полосочка, и там на три группы разбитые. Ну, кто занимался этим, вот я на Ларису смотрю, она понимает это. Три группы есть. Первая группа всегда идет шестерка. А там дальше идут свои обозначения. Там страна, там область, там город, категория товара там, и так далее. Там чуть ли не до минуты и секунды то, что все. Вот оно, смысл-то в чем. И нам, ну, как объясняют и святые отцы, и вообще сейчас вот объясняют Слово Божье, толкование, смотрите, вот там написано.
не три шестерки, все говорят, три шестерки, а 666 число. Именно 666, а привыкли три шестерки, все три шестерки, прям все узнали такие все разумные. 666, то есть должно быть именно 666. И тайна, говорит, для тех, кого тайна. И святые отцы нам растолковывают и говорят уже, почему тогда святой не сказал, не растолковал нам, что такое три шестерки. Ему-то было открыто. А сказал, у кого мудрость, тот сочти число зверя. Дело все в том, что в русском языке, вот еврейском, от евреев пошло, и в греческом языке каждая буква обозначает цифру. И вот если брать комбинацию цифр, то должно выйти 666, и тогда будет понятно, о чем речь. А речь шла о том, что Антихрист, он будет не просто какой-то там человек пришлый, а именно он будет из евреев. Вот в чем дело. И это было зашифровано в этих цифрах. Какое там обозначение? Даже дают несколько, что это будет царь в Иудее, там, это будет человек еврей там, из колена Данова и так далее. То есть комбинации как хотите, крутите, просто это будет человек еврейской национальности. Об этом нам сейчас известно. Поэтому сильно перемудривать тут тоже не надо и падать в обморок. И для чего это не разглашается? Для того, чтобы евреев возненавидели так, как Гитлер возненавидел. То есть вся страна, он привел всю страну к тому, что вместе согласилось десятки миллионов людей убивать евреев. И их убивали. Но говорят, их там убили около 7 миллионов. Кто говорит там больше, кто говорит поменьше, что они там специально прибавляют. Но однако, даже 1 миллион, если бы убили, это или даже 10 тысяч человек именно за это. За то, что это как бы уже изживший себя народ, когда-то он был Божьим, а теперь он уже не Божий, теперь он только делает дела Антихриста. Но на еврейском народе, как на городе Иерусалиме, центре пупи земли, держится все содержание нашей дальнейшей истории. Потому что они в последнее время обратятся, именно евреи. И к этому-то приводит вообще Господь всех нас к покаянию. Более того, он бы и сатану привел к покаянию, но это невозможно. Но в конечном итоге, когда сатана пойдет в ад, он увидит, что все дело его, которое он против Бога затеял, пропало. Он и сейчас это знает. Но так как он не понимает, что такое боль, что такое скорбь, что такое раскаяние, поэтому, ну, это его не касается. Поэтому он и враг рода человеческого. Поэтому с ним бороться нельзя. Если вы решили побороться с ним, там, давайте поборемся, как Мотовилов говорит. Хочу побороться, там, Серафиму Саровскому сказал. Он говорит, что ты говоришь, что побороться? В каком-то в деле своего спасения ты должен победить. Почему мы здесь с вами собираемся? Почему мы с вами на богослужении, на занятиях и везде, где можно, присутствуем? В проповеди дела Божьего. Потому что это спасительно для нас. Слово Божие. Это без Слова Божия ничего не будет. Вот то, что я сейчас перечислил, для многих это вообще может непонятно. А в толковании нашего трехтомника, там хорошо очень прописал отец Геннадий Фаст. 33 толкователя приводит он и растолковывает. Вот как раз брат показывает эти книги. Читайте. Начиная с 312 страницы третьего тома. Спасибо, Христос, брат. Только ты, наверное, немножечко оговорился, что мы не должны даже думать бороться. Мы должны бороться и побеждать. Победить. Побеждать с помощью Господней, с помощью Божией. Но понятно всем, да, теперь, что это еще тренировка, что это одна из подвижек к тому времени, к конечному времени. Но это заставлять нас должно бодрствовать над своей душой. Ну это можно или нет, в общем-то, если на пасту? Если тебе вот крайняя необходимость, то можешь принять. Если жизненно необходимо тебе это будет. Ну, вот, вообще, сохранить свою душу, так сказать, и жизнь свою на земле пока. И ты хочешь еще продолжать это. А упрись, не принимай. У тебя такая необходимость есть, поменять паспорт или нет, с этими биометрическими данными? Нету. Значит, ну и живи спокойно. Да. В тему. Я вчера, после работы, усталый, пришел и что-то взял и пересмотрел фильм «Монах и бес». Как раз о борьбе с дьяволом. Фильм не новый. Рекомендую посмотреть, если кто-то не видел. По-моему, даже в пост можно посмотреть его. Очень полезный. Как монах боролся с бесом. И в конце концов победил его. Интересный момент там.
Бес ему сует бумагу. На, подпиши. Все, бумага перед ним. Ручка, перо, то есть. Ну, времена царственные еще, царей наших. Он его, сейчас подпишу, говорит. И крест поставил. Все, говорит, кто неграмотный, крест ставит. Бумага, фу, сгорела. Бес ему, ты что сделал? Ты что натворил? Извини, говорит. Подписал все? Подписал. Я хочу напомнить дорогой нашей любимой сестре Анастасии, которая тоже отошла в вечность. Помним мы, молимся о том, чтобы Господь упокоил ее в обители Царей Небесных. Перечитывал письма, которые не являются для меня, потому что она при мне писала, Анастасия, и просила меня передать детям и мужу эти письма. Ну, в очередной раз я тут. Ну, без слез это читать невозможно. Я представляю, насколько это было трудно ей, это каждую букву написать и каждое слово. Оно все это пронизано такой любовью материнской, любовью к Богу и призывом к своим детям, чтобы они всегда любили прежде всего Бога, а все остальное потом. Чтобы они были верными сынами и дочерями Божьими. А все остальное приложится. Это лейтмотив всех этих писем. И к мужу, и к детям. И вот я сегодня хочу эти письма раздать им, чтобы они сохранили это как великую реликвию для что ты там делаешь? Своих, ну-ка иди сюда, для своих душ, своих потомков. Ефросинья, радости моей от любящей мамы. Поменьше компьютера тебе. Чего нет? Нестору, маленькому моему мужичку от любящей мамы. Ивану, Ванюшке, главному мужчине в семье от любящей мамы. Енафи, мышки мои, добротушки от любящей мамы. И папе передай вам, Андрею, мужу дорогому, любимому, единственному от любящей жены. Царство Небесное, рабе нашей Анастасии, рабе Божьей Анастасии, сестре нашей. У вас есть слово? Говорите. Да. Мы говорили о том, что умерла сестра. И они приглашают и хотят знать, насколько человек заказ, где-то там ритуальный зал есть, где обед. Я свое слово хотел сказать здесь. Пойти надо, хотели все. На, за обед не лезть. Наших там людей нет. Говорить вряд ли придется. Тут уже на месте надо подумать. На кладбище побыть, все, а заказ не надо делать. Нехорошее свидетельство будет, и там ни одного человека нашего нету, у них родственников. Расслышали, нет, что я сказал? Да. Кроме умершей. Пойти надо, но заранее сказать, что нам не надо, не заказывать, еще позвонить от себя. И этим постарайтесь обойтись как-то. Ну, уже поздно, уже поздно. Вчера звонит мне Кубайкина Галина Ивановна. Так неожиданно, даже не узнал по голосу ее. Она не знает, что мне если говорит, то надо сразу не олекать. Со второй попытки она пробилась ко мне. О ней помолиться надо. Что-то у нее там непонятно. И что именно? Благодарит и благодарит, и помолитесь. Опять то же самое. Опять благодарит и помолитесь. Я говорю, тебе дверь-то не закрыта, ты приди и скажи это все. Ну и пойти никуда. Здесь была. В каждой книге ее имя тут записано, она в корректором была. Махнуть рукой, пойти туда, где тебя знать не знают, и ничего не вложила. Это ненормально. Так что просто помолитесь о ней, чтобы Господь сделал так, как ему угодно. Правильно угодно, если она вернется. Правильнее этого нету. У ней бывает люди пришли и ушли, вот как вот Оля пришла, ничего нигде, ничего нету. А вот. Ушла Яговитина Люба, куда ни глянем, все от нее осталось, даже решетка у голубей. Найти еще раз поговорить. Ты вложила все здесь, да умножится щедрость твоя здесь. Из ничтожного драгоценное Писание говорит, и сделай как мои уста, опять же, как Слово Божие будет. Ничтожное, надо определить, что ничтожное.
не то, что вот если в платках это ничтожное. Это по уставу положено у нас, и вопросов никаких нет. А так вот, что-то где-то услышал даже, ну просто я скажу. Я стою и подправляю книги, ну, чтобы ровно было. А один человек мне говорит, даже не здесь, и говорит, ну как Кощей над своими книгами навис по-другому. Тогда книг не было, когда сказали. Я стал думать о Кощее, смотреть там, все это, сказочный герой такой, и как у него смерть. Я подумал, что в этом смысл есть. У меня жизнь сокрытая. Вот вчера звонит один человек, накануне еще, к вам-то такой-то приедет человек, но он только проездом, поэтому ему надо Новый Завет, трехтомник, так истинного православия. И на вокзал придите, я сразу сказал, сразу отбой, никогда не ходили, не пойдем. Вон у меня все книги, кроме вот этих вот некоторых, еще есть, а эти кончаются. Вот сейчас Севастьян пошел, денег нет, я отдам. Мужа взял, вчера приехал, вот здесь поставил человек. Через интернет находят, через книги эти. Книги эти, это все, что останется от нашей общины, когда нас не будет. Здесь все заложено. Я просил у Бога раскубрить, здесь у меня сайт, где я отвечаю на 4124 вопроса в университетах, институтах, милиции. Но они кучи собраны, ну, найдет. Теперь надо разрубить их. Побрось и озаглавить их под особым рисунком, тогда поставить. Ну, сейчас вот внезапно Бог дал 11 помощников. Я все время только молился, ни одного не было. Вот когда оцифровать надо было, тут главную помощь оказал Николай Валентинович Польгуев, Сергей Павлович там помог в чем-то, ну и больше-то никого не было. А здесь начитывать надо с выражением, озаглавить. Ну, у меня, они сейчас забили меня. Каждый день я ставлю, ну, если вот один ролик вышел, допустим, Осипов говорит, в воскресенье раз, один ролик за неделю. У меня 32 за один день. Понимаете, это поток какой-то идет. Даже я не автор всего смотрю, я не могу оторваться, какая красота. Они небольшие. Вот сидит, Бог послал сестру Елену, она одна из 11. И стала говорить, а все поют, она и голос, как Пугачева, там что-то нашли такое. Я не знаю, главное, чтобы меньше ошибок было. И делать как надо. Бог дал этого Вячеславу. Семенов нынче принимал крещение. Он главный теперь все везде. Научить, подсказать, где. Он читает, то, что интересно. Пока он еще здесь, из Казани, город Казань. Батюшка Ед, он уже узнал, который в прошлом году принимал крещение Езра. И дедушку своего 90 с лишним лет уже на вокзале встречают. Вот сейчас вначале мне тему дайте мусульманство. Я ему отдал. Каждое воскресенье у нас вот группа, сейчас уходим туда на работу где-то. Он где-то что-то услышит только. Сразу раз, а это как будет, а это как. И гляжу, уже это делает. И рисунки это он сделал на каждые там 55 папок у меня. А о нем прошу всегда молиться. Он духовно возрастает очень быстро. Он говорит, я столько времени искал, блуждал. И вдруг внезапно все у меня открылось и стало на место. Это Бог делает. У него будет много завистников. Много противников. Нынче насели на него из-за бороды. Как бились, бились, все молились. И он остался с бородой. И сразу подавай заявление. А он работает, а не где-то Казань, Татарстан. И там мусульмане, говорит, ко мне хорошо относятся, он в аэропорту работает. Все Бог как надо устроил. Я несколько моментов хочу сказать. Вот мне говорят, а если бы ты разбогател, что бы стал делать с деньгами? Слушайте, первым делом я бы купил самый современный хороший комбайн Игорю Барабашу. Комбайн. А сколько он стоит? Ну, в пределах 8-10 миллионов. Ясно дело, что и вдруг человек один, недавно у меня появляется в интернет, приходит, на занятия приходит. Я живу в подвале. В подвале какой-то там маленький где-то. Уж чего не ожидал, то от него не ожидал. Совершенно никакой. Звать его Петр, прошу помолиться. И вдруг он говорит, я могу купить ему комбайн. Теперь как перевести деньги? Обманут или на серьезном? Мы сейчас уже узнаем, какие есть. Там немецкие 20 миллионов стоят. Наши здесь местные. Ну, около 10. Полесье его. Этот, Лукашенко в Беларуси очень сильно расхваливает. И Игорь сказал хороший. Сейчас Елена все это прорабатывает, как найти. Помолиться. То есть, если это да, я говорил так, мне не хотелось бы умереть, не выполнив мое же задание. Я все время прошу, Господи, дай мне увидеть радость этого.
такой хороший человек, работает не на себя, он кормит сотни тысяч людей. Еще склад построил, несколько миллионов обошелся, больше. 720 квадратных метров, и у него еще некуда было валить, а сейчас он все есть. Комбайн. У него старый, ломается все. Помолиться, чтобы, если это серьезно, завершено было. Как перевести теперь деньги, тот человек говорит. А кто сам живет, ну как он бомж. То есть на меня похоже. И вдруг... А? Это у него рабочее место. Он и работает этим, как я понял, сапожником. Ну, я так не понял. Я понял, что что-то его где-то что-то отняли, он куда зашел. Вот я попутно говорю, это на неделю у меня вот это. Вот я теперь Елене пишу, звонит с Игорем. Ну, узнать я не могу, правда нет. Но он дальше продолжает разговор. Идет речь только о том, как перевести деньги, чтобы не перехватили дорогу. Это же не 2 рубля. В пределах 10 миллионов. Впервые пришел человек, он все время на занятиях приходит сейчас. Ну ты знаешь, о ком говорю. Помолиться, чтобы было, ну, как Богу угодно. Я говорю, я хотел при жизни это увидеть, исполнение моего желания. Проверь, пускай перешлет хотя бы 1000. Еще. Помолиться, когда будете, не только о людях, а о зверях. У меня большие труды с братьями вложены в пруды. Труды в пруды. А они зимой, когда никого нет, подо льдом рыбу-то развели, они рыбой питаются. И роют, и почти дойдет до конца. А теперь роют, то есть под водой, его не видно, где нора-то. Теперь поднимается с середины кверху, и там где-то делает выход. А вода-то в обесной поднимается. Если вода пошла, все, плотина размыта. Мне снова нужно 50 тысяч вложить туда. А кто роет? Бобры не едят. Бобры. Я-то не знал, что бобры они такие вредители. И когда они пришли впервые, потерявки не было. Я ребятам говорю, он любит осину, там спилите молодняк, привезите туда ему бобрышки эти, чтобы он ел. Чтобы он... А теперь я не знаю, что сделать, чтобы его не было. Пошел в охотнадзор и говорю, вы... Что-то... Андаторы едят рыбу. Андаторы это пусто. Для них, кого там, крыса? А бобры-то едят рыбу? Это... А бобры едят? Она водяная бобры крыса, вот такая вот. Ну... Крыса, крыса, американская крыса водяная. Бобры-то не едят рыбу. А? Бобры не едят. Они роют. Все у них там есть. Все. Они рыбу не рыбу едят. Нет, не знаю, я думаю так, потому что... Они не едят рыбу. Ладно, не едят. Они все время... Постоят. Они спасаются в этой хатке, им главное вода нужна. Вот смысл-то весь. Я говорю о том, что у нас есть. Уже промыли, уже 2 пруда полностью прогрызли. Вышла рыба. Ну, все вышло. Какая там рыба? Вода ушла. А, вода, так. И теперь ушли какие кубометры-то. Отсюда, как он до двери прорва, и на полную глубину вода идет. И там размыло дальше, как где прогресс какой-то. Мы все сделали. Приобрели, бульдозер привез воду. Все, опять размалывает. И ничего не можем пока сделать. В охотнадзор ходил, что-то сделать и помыть. И главное, ловить нельзя, как нельзя. А что с ним делать? Нельзя, я должен теперь только его тайно где-то по ночам. Конечно. А он днем спит, а ночью выходит на работу. Все время в 3-й смену работает. И вокруг сколько берез у нас было, березы, вообще-то мне сейчас все везде повалил. Вот такой толщины, вот смотрите, тополя зубами. И все хлопнулся, теперь они его подлетают. И... У меня маленько протекало там было, где сток сделал. Так они туда на сучков все замазали, но не видели, что под низ идет еще. Нынче мы размонтировали, задержали воду. Борьба. То есть нас очень обижают бобры. Андаторы это меньше. Там, помоги, я защити, защити. Серьезно очень. Ну вот теперь вы поймете золотодобытчиков. Игнатий Тихонович. Так, я простое, скажите. Вот скамейка, на которой сидите, она для чего предназначена? Сидеть. Вот правильно. Вот так, один вопрос, но только чтобы... У кого сумки... На скамейке встаньте, покажите руку или так. Да. Так, кто повалилась? А кто еще там поставил? Вы 3/4 заняли. Люди подходят, ребятишек посоветили. Сколько раз говорил? Под скамейку положи. Вот этот стол весь для сумок. Или у нас сейчас вот Евгений там большие вешалки сделал, крючки сделал. Только лишь бы не шабарчащее было. Нет, именно туда. Туда у нас стол. Так. Поймались. Я спрошу. Далее. Так. Тоже сейчас напрягись, так слушай. У нас Евгений готовится к крещению. И он уже фактически 3 урока
у Игоря Владимировича принял, ходит там. И люди в интернете это берут, смотрят где-то, идет занятие. Так, кто кого-то избрала, и постарайся поближе к ним быть. Настоящий ко мне обращайся, можем по интернету, тем более мама здесь все известно. Начинай серьезно так, прям подготовься. У нас занятия были, когда мы много ставили на это, почти по 500 часов было. Ну, а которые уже что-то знали, там меньше, и несколько месяцев. Кто у тебя избран? Никто, если, ну, ты можешь... Маму, и она мама, что просто занимается, возьмет к истинному православию, написано приблизительные вопросы. И что мы делаем для этого? Что лишнее мешает, узнала, что не христианское дело, сразу отметай, не разговаривай. Одна девушка любила танцевать. И когда обратилась, ну, спросила, как он говорит, ну как знаешь, лишь бы Христос был, как Христос. Ну мы же молимся, ну да. И ты молишься? Конечно. Но когда идешь, куда молишься, ну идешь на танцплощадку и помолись. И скажи, Господи, прибудь со мною. Она в другой комнате побыла маленько, заплакала, вышла и говорит, да что же я делаю? Да разве Господь будет на танцплощадке со мной? Вот и все. Учить многое не надо, надо понять, что это крючок сатана когда-то забросил. Не надо, этим все развращено. И что делают этим танцем? Самый популярный ролик, который я видел, это танцы. 6 миллиардов 500 миллионов. Почти весь земной шар. А почему? А слишком показано явно. Хотя они одевши, но одежда нам не нужна уже. И люди поют, и все это хлопают, и дальше что идет? Я могу скинуть, да, я скидывал даже. Получали, наверное, да? Ну вот и все. До 7 меня одна разговаривает, меня тоже как будто бы говорит, я хотела. Ну, а потом уверовала, иду мимо танцплощадки, город Венспилс, недалеко с моря, И гляжу, на танцплощадке танцуют. Я привычно кинул глаза и гляжу, как профессионально они танцуют, профессионально. Ну, видно, как вот Игорь Барабаш и Лена, это танцевальная пара была, перспективная такая, как они пишут. Знают. Это пара пришла оттуда. И вот здесь, я, говорит, гляжу, почему что? Я постановилась. Помолился, я гляжу, а сзади их стоит какой-то мужчина высокого роста и притягивает друг друга, с двух сторон давит. Я замолилась, как Господи, да откроем глаза, и вдруг ха-ха-ха, поднялся выше деревьев, дым и копоть исчез. Вот и все. Все твои знания, все твое учительство, оно в этом заключается. Я скидывал материал многим. У нас здесь, кажется, в 12 томе, что такое танцы, описанное до революции. Почему мужчины с мужчиной не танцуют? Почти. Потому что только где-то в подводной лодке. Да, но здесь обязательно. Мужчина, а что оно? Мужчина. А это, знаете, это как музыка. Музыка. Ну куда эта музыка идет? Любое слово должно для Бога. Ну, если у тебя. Да как. Давид-то скакал перед ковчегом. Тебе одного не хватает. Ковчега. Вот ковчег, когда будет, да, скачи перед ним, как мы пришли ко мне, она буквально в одних трусах. Скачет ее, дух поднял, там то другое. Сейчас мне кинули ролик один. У мусульман суфиты какие-то. И как у них это делается? Вот это беснование. Они вот так вот, у него все идет вот так, и такие страшные глаза, и кричат, прыгают, орут, падают. Ну как вот, харизматы новые. Но это мусульмане все. И как они изгоняют, он пальцы в рот заталкивает, и сверху долбит, и долбит по голове. Все это сфотографировано. Это, нам это надо разве? Мы знаем одно. Постом и молитвы. Постом и молитвой, экзорцизм разный, с постом и молитвой. Объяви пост. Я не могу ничего сделать, я каждому советую. 3 дня не пей, не ешь. А если хочешь увидеть ангела, 7 дней. И житие святой Евдокии. А то, говорю, да, тогда и брата райские отвернутся, когда пойдешь в туалет. Именно так. Ты все это увидишь. Ты смири эту плоть. А сколько? Мне надо. Рост какой? 1,92 м. Сколько? 1,5 м? Я посчитал, ему 53 килограмма надо сбросить. Вот это сбрасывай, и все. И сатана завопит и в жиру. Утащит, а нет еще больше. Любое дело делает так, что трепетал дьявол. Это я не мог хотел сказать. Хоронят, вот смотрите. Хоронят. Мне вопрос задают, я сейчас отвечал, его уже начитали. Борис Николаевич, а вы знаете, какие похороны были? Отпевания. Знаю. Все ложь. Пьяница, прощелыга, такую страну уничтожил, пропил, и теперь, Господи, такого избрали, помяни, а раба не говорит, помяни первого президента,
Российской Федерации. Бог не знает. Да, наша Российская Федерация у Бога числится или нет? Она меньше Машкары. А патриарха хоронят, сейчас выставили Алексея. И, Господи, кадила Маша, дым пускает. И святейшего. И Богом святейшего. Да зачем замолиться, когда он на ступени выше Бога? Бог везде только свят. Трижды свят, 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 Господь. Больше нету. Святей нету. Слово святейший 4 раза встречается. Ну, 2 раза или 3 раза даже о храме иудейском. Так они понимали. По сравнению с другими местами, да. И у нас в Новом Завете послание к Иуда пишет. На святейшей вере вашей назидайте. Все. А это тщеславие безмерное. Апостол Павел нигде никому не пишет святейшее. А святым избранным. Все в этом сказано. Все. Спасибо, Христос. Благодарю. Игнатий Тихонович, у батюшек есть такая молитва на вот эти изгнания всех, которые, ну, вот мешают, там, осы, бобры. Вот спросите у него, и надо эту молитву прочитать вам с батюшкой. Не надо. Я знаю, один капкан стоит 1500. Специально на них. Да. И все. Они не слышат молитвы. Когда я в Алма-Ате жила, у нас на виноград напали осы. И молитву эту прочитали, и осы ушли. Ничем не могли. Зубы болят, кому молиться? Да, целый реестр. Антипи. Почему головам отрубили? Писали. Почему Богу надо молиться? Ну вот о чем речь. Вы, наверное, не поняли. Я понял, отлично. У православных целый реестр. Молитвы, живот болит из-за тебя. Артемий, потому что ему камень бросили на живот, и кишки вылезли. Игнатий Ильич нас всех и призвал, а тебя в том числе, как раз к Богу и молиться. О том, чтобы Господь помог. Молитва. Специальная молитва, это дай 1500. Для тех, которые еще ничего не знают. Так, ну вот, нужда, 1500, один капкан. Сколько капканов нужно? Капканов 10. Сколько капканов нужно? 10, не меньше. Не надо, до 3 хватит. Ну нет, вот, 3 капкана, соберем? Маловато. Соберем. Ну надо знать, какой магазин капканы, а ты специально на них. 2 дужки с 2 сторон. Узнавайте. Вот теперь узнают, и теперь будет меня караулить, оштрафуют. А штраф не маленький. Да. Вот видите? А что видите? 2 сторон. Ну ничего не сделаешь. На камеру-то не снимайте, когда капкана поставите. Капкану-то не снимайте на камеру, когда вы не ставите. Ну конечно. Вырежьте. И все. Никто ничего не знает, где могилка. Ну ночью пролитый фонарик. Володя, Володя, снимай, снимай. Вот у вас что? Все, нас снимали уже. У нас за день до 11 штук хлопали. Вот такая эта тварь. И так и не победили. Ну, одним словом, это... Они по 8 семей, по 8 штук в семье. Бобры? Еще, да, еще у нас, напоминаю, нужда у семьи Загуляевых, она остается, так что помните, что эта семья серьезно нуждается. Ну, они влезли в эту долговую ипотеку. Яму, это одно, а второе купили такое, что там сложно говорить даже. Дряхлое, да? Ну, одним словом, вот нужда есть такая, помните об этой семье. Еще у кого есть слово? Объявление. Человек мне прислал 4 комбинезона, ну, поблагодарил меня, ему трехтомник высылал. Он в красной сумке, братья, они где-то моего размера. Возьмите, пожалуйста. Ну, такие вот штаны зимние, ну, на лыжах там или там по лесу. Там, нет, собачки. Деревню, может, кому-то там потеряешь. Еще у кого есть слово? Все? Завершаем. Еще я скажу. Так, ну, я не знаю, Марина почему-то не сказала. Не успела она. Да. Она в путешествии. Так что помолитесь. Поехала она в Ватикан. Да. Вот она уже в Португалии была в этом там, в этой, как она называется, Фатиме. Теперь решила Ватикан проверить. Точно там католики или нет? Так что это, помолитесь. Вот она прилетит через воскресенье. Тогда я попозже маленький рассказ скажу. Тихо. И они хорошие друзья. И вообще замечательные люди. Ну и он уже все ему. Говорит, я приму крещение. Говорит, все, но только мне надо съездить в Рим. Я посмотрю на деле. Папа, как живут, все. А он знает там, что делается. В то время было, говорит, шапками метрополями разбрасывались. И ставили...
Однажды послали папа Римскому, 16 лет пацана даже. И женщину. Да, женщину ни разу не читал я, даже нигде нету самых этих. Так, и он говорит, себя, да, пропал, говорит, мой друг-то. Ну, Авраам уехал, он молится. И вдруг говорят, корабль швартуется, приехал, иди встречай. Один раз решил прийти, посмотреть, как он будет. Он радостность кинулся к ним, обнимает. Ну, Володя, готовь купель, все, я крещение. Да ты был в Риме? Был. И все видел? Все видел. Там такое есть. И Бог, несмотря на это, веру не отнимает, только там Бог может быть. Он не ждал такого вывода. Когда все благополучно, все тихо, мирно, то ли есть у меня, а когда явно, что везде все кипит, один гнусный поток идет, как... Сейчас никто не верит, что мы сколько людей уже нашли в рулетке, которые теперь приходят по скайпу и ходят уже, ну, то есть на наши ресурсы где-то. Совершенно там место, один блуд, стопроцентный, собранный. А мы сколько нашли уже людей. Вот если там есть, я понял, кто сотворил эту рулетку, его Андрей звать, о нем молиться надо. Школьник, 15-летний или 17-летний, двоечник. И он собрал в одно место самое блудное, процентов 90 мусульман только там. Не, он же не хотел их собирать, он не знал, что это будет. Но, конечно, там красиво написано у него. Да. Ну, сделался миллионером сразу же, уехал в Америку на Лазурном берегу. Вот вчера материал не знаю, могу-то сказать. В Лос-Анджелес я там был, город Святых Ангелов. И товарищ пишет, у вас сколько получаешь? Столько-то. А ты мои деньги, которые я получаю. 4000 долларов. Умножь на 6. 6, 4, 20, 240 тысяч я получаю. Он говорит, тогда подожди, Вадим, давай-ка растутим. На наши деньги будем переводить. Сколько ты платишь за квартиру? Я одинаково, я где-то арендую, и ты арендуешь. У нас сходится все. И стали считать. У него столько платят. И когда подбил за еду, за машину, за стоянку, что масло менять, а масло менять сами, а в Америке только организации квиток. Это не просто так. И он когда проиграл, все, и оказалось... У русского осталось, а он москвич, он 42 тысячи получает, говорит я. 10 тысяч осталось, а у тебя не рубля. Почему? Ну, больше. Вы работаете во вторую смену, чтобы подработать. Так, так. А я, говорит, отработал ровно 8 часов. Начальник, закрой пасть, ты не начальник. Я ровно работаю от звонка до звонка. И получилось, что в переводе наши деньги обошлось. А почему они назад едут? Уехали за хорошей жизнью, им, во-первых, стыдно. А забогатеть очень трудно. За всю историю русской миграции только один был миллионер. И, видимо, верующий. И когда митрополит, говорит, были там где-то, ну, обедали, он подошел, говорит, вы митрополит, это мне рассказывает. Да. Я миллионером стал, только что стал, и не знаю, куда деньги деть. Возьмете? И они такой прекрасный дом купили, большой, там, я не знаю, 3 или 4 этажа. Территории, прямо в Нью-Йорке. Я там жил. И я фамилию даже его не знаю. Один за все время стать миллионером в Америке по-честному, как у нас. Чубайсом ты не будешь. Потому что Россия провалилась в Израиль и в Америку. А мы даже Бога благодарим. Не на даче в уме кататься. Благодарю Бога за все. И, говорит, сдохла собака. Перефразируя, можно сказать, Чубайсом ты не будешь, а христианином быть обязан. Обязан. Всегда знаете, куда жертвовать. Я когда молюсь о правителях, каждый раз говорю, Господи, положи им на сердце, издать добрые законы, чтобы люди могли жить достойно, запятая, дабы было еще уделять нуждающимся. Вот и все. Я ничего не говорю, но всем понятно, что плохо живут, и такого нету. Молимся, песнопение, трапезное занятие. Достойно не всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и ныне поручную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити.
людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Алва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, прими нашу молитву и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, мы просим Тебя, услыши молитву всех молящихся нас во благо нам. Исполни ее, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Прими нашу молитву. Исполни ее, когда мы молимся о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Ну, коллеги, посмотрите, что-то.